гость, архитектор Сергей Журавлев, это, может быть, его знает. Мы давно уже знакомы. И так получилось, что он приехал, мы вчера имели возможность служить, делиться словом. И на самом деле мы должны видеть, как видит Бог сегодня свою церковь. И я верю, что есть, как мы сегодня провозглашали в этом символе веры, что есть одна единая церковь Иисуса Христа, которая состоит из разных поместных церквей. То есть я имею в виду и православную церковь, и католическую, и все евангельские церкви. Может быть, сегодня что-то не так у них, или они говорят, что так у нас никак, ну, как правило, мы всегда себя с кем-то сравниваем. Но Бог совсем по-другому на нас смотрит. Поэтому Он хочет, на самом деле, чтобы мы принимали друг друга, принимали каждый дар, чтобы сегодня мы как никогда понимали важность этих взаимоукрепляющих связей. Потому что ведут времена нелегкие, знаете, мы как бы до сих пор не понимаем, мы где-то живем в своей эйфории, в своих планах и целях и мечтах. Но знаете, в один миг все может измениться, и твой мир будет нарушен. И ты скажешь, а почему, да как? Уже об этом Бог говорит нам, Он предупреждает нас. То есть бодрствовать, трезвиться, молиться. Знаете, мы так любим что-то делать, но нам так трудно молиться. Почему никто не приходит в среду молиться? Очень интересно, да? Почему так все поздно приходят? Почему утром так мало людей молятся? Ну, знаете, друзья, ну пока вот, если вот что-то нас не сдвинет, не потрясет, мы так и будем, знаете, ходить в своих вот мечтах, там, желаниях, планах. Ну, давайте позволим Богу. Позволим Ему сегодня говорить нам. Аминь. Пусть Бог благословит отца Сергия. Давайте поприветствуем его.